Всем привет! Продолжаю проходить третий сезон вторжения в игре Mortal Kombat. В этом сезоне решил я играть вот за персонажа Куан Чи, это новый персонаж. И, короче, я после первой серии вот этого вот видео, там у меня было еще написано, что, возможно, тут будет секретка, связанная с бруталкой Синдала. Мне пришлось еще Синдал тут немного прокачать, чтобы у него открылась бруталка, и у меня накопилось как раз вот денег, чтобы купить можно было еще себе на два ключа. Ну и теперь можно идти дальше уже. В прошлом видео я остановился вот здесь вот. И прямо возле башенки. Можно начинать проходить башенку. Я еще разобрался с этим ударом, который я так долго искал. Оказывается, этот удар — это... Блин. Оказывается, удар, который я искал, это он, короче, появляется только когда портал есть. Ух ты! Это что такое? Бруталити за этого, что ли? Получается, за Саб-Зиро? Надо бы сейчас глянуть. Сейчас быстренько. Камео. Так, а где бруталка-то? А вот добивание. Бруталити камео. Нажать еще вниз-вниз. Короче, захват и вниз-вниз сжать. Так, добивание этого. Тоже вниз. Везде вниз. Ну, будем пробовать. Так, все, сейчас. Сейчас буду пробовать. Вот она. Есть. Ты будешь служить мне вечность. Не, блин. Перс забавный этот Куан Чи, хоть он и это. Ух ты. Еще дали бруталку. Это бруталку какую, интересно? Ого, жесть. Блин. Нет. Не получилось. Курочку не получилось. Поджарить курочку. Так, будем делать бруталку Шао. Сейчас я только гляну. Так, добивание. Шлеп. Получается, из преисподней с использованием из тумана. Это получается, тентакль нужно вызвать будет и сжать вниз. Вот такой вот. Блин. Что за ерунда? Черт. No hope.
Блин. Не получилось, как так вот этот бан. С этим модификатором не получилось. Так, ну что, получается, вот уже бруталка на захвате. У самого Куаначи бруталка на захвате, у Камео этого есть. Потом там еще четвертый левел дали. Какая там еще стандартная бруталка с этим получается. Так, стоп, на... А, тут же не глянешь. Так, куда идти? Выживание. Я читал про выживание, то что тут какое-то... Есть какое-то прям жесткое выживание, и для него нужен там какой-то... Типа амулета, что ли. Типа амулета или талисмана. Так, а вот это вот... Всегда увеличивается... Не, не то. Ну ладно, давайте зайдем посмотрим, что за выживалка. И что для того, чтобы сделать эту выживалку, там где-то дальше будет типа сундука, что ли. Ударяйте по пульсирующему огненному кристаллу, когда он полностью заряжен, чтобы высвободить его энергию. Ударяйте по кристаллу. Рассчитывайте тайминг своих ударов, чтобы отразить сокрушительные ледяные стены. Используйте смену стойки, чтобы менять сторону, в которую вы смотрите. Блин. Че, походу? Походу жесть какая-то. Ну да, точно, жесть. Жесть. Блин, я почти прошел. Нужно подобрать удар, с помощью которого удобнее бить. Survive. Кристалл. А, черт. Я понял. Кристалл можно бить только тогда, когда он пульсирует. Вот жесть, да? Есть. Готово. Flawless victory. Так, ну что, прям это... Сезон прям начинается прикольно. Тут всякие новые эти. Ладно, я хочу сначала вот пройти с этой стороны. А на ту сторону уж потом вернусь. Победить трех врагов. Да, и кстати, сейчас я хотел глянуть. Бруталки-то. Так, классика. Тентакль и захват. Понятно. Вот, получается. Вызываешь портал. Come on.
Опа. Так, сейчас будем делать на нем бруталку с помощью вот этого тентакля. Есть. Готово. Твои боевые умения. Не успел прочитать. Так, ну что, еще одна бруталочка. Странным. Почему не сработала бруталка? Так, я там вижу сундучок. Саб-Зеро срабатывает. Твои боевые умения жалки. Так, смоук. Давай, иди сюда. Шмяк. Отправляйся в преисподнюю. Ого. Мне... Ух ты. Снаряжение Куан Чи. И палитра Куан Чи. Слушайте, а мне вот это вот... Прям темное нравится. Я что-то хочу сейчас... Слушайте, я сейчас прям это...
Выйду, короче, и... Ну, только сначала сундук возьму. Хочу прямо это, посмотреть. Облик Смоука. Вообще. Вообще Смоуку не идет. Главное меню. Хочу посмотреть снаряжение на Куана Чи. Мне что-то прям прикололо. Так. Снаряжение и палитры. Вот тут вот. Что у него тут? Вот так вот. А, это меняется вот татуировки, да, получается? Тут красные эти. Тут вот так, заех прям. А это какой-то вообще красный демонический. А здесь с татуировками. О! Хочу вот этого, короче, вообще красного взять. И палитры. Мне понравилось прямо. А, она вот такая светлая, что ли. Получается, только вот с этой она красная. А если вот с этой палитрой, то она синяя какая-то получается. Странно. Или оставить классического Куана Чи. Лампа пускай будет. Немножко так побегу, какие-то красные татуировки. Продолжим. Не, у него прям забавные эти. Так, получается 33, да, я прошел. Забавные у него костюмы. Так. Вернусь назад, чтобы... Где я там? А, вот да, вот здесь вот была башня. И с правой стороны я прошел выживалку. Теперь идем дальше. Саб-Зиро. Можно с воздуха делать телепорт. Какой-то демонический Куан Чи, что-то... Не, наверное, я сейчас верну того, который был. Тут прикольнее, наверное. Там похож на кого-то Кощея Бессмертного. На Кощея из русских народных сказок. Тут на кого-то якудзу вообще похож. Пускай будет такой классический. Против Рейдена. Рейден быстрый, нужно, наверное, сейчас прям, не знаю. Fight.
Блин. Хотел сделать бруталку на захвате. Не рассчитал. Как вы помните из предыдущих видео, тут вот это вот поселение Даркатана, но жесть какой запутанный. Так, ну что, здесь вроде все, да? Получается, переходим дальше. О! Эмбуш. Барака. Да ты надоел. Еще один. Так, все сейчас. Блин, не все. Brutality. Quan Chi wins. Так, ну все, идем дальше. Fight.
Блин, не могу делать захвата. Из-за вот этого мелки. Блин, опять? Вот гад, а. Эпичная бруталка. Пятый левел. Рейден. Отправляйся в преисподнюю. Так, Рейн. Прям это отправитель всех в преисподнюю. Так, а вот тут-то туда нельзя идти? Не, нельзя. Против четырех врагов. Come on!
Получается, у меня такой стиль игры, что слишком долгий комбо я за Куана Чи не делаю. Не, я видел, у него, кстати, вот его комбо, они какие-то по сравнению с Люкангом и Рейденом, они меньше урона наносят. Там, вот, например, Рейденом или Люкангом сделаешь какую-то не особо длинную комбо, уже 30 там с лишним урона есть. А здесь вот, например, смотрите. Ой, 496, ну это, наверное, на мобов. Даже нет, это не на мобах. Это был модификатор. Сейчас вот как будет там без модификатора. Так, стоп, что-то я уже тут это... заигрался, нужно уже магазин. Продать. Так, ну ладно, пока что буду это видео завершать. Это уже вторая серия по новому третьему сезону вторжения, где я играю за нового персонажа Куан Чи. Всем спасибо за просмотр и пока. Продолжение следует.